Начали последнюю лекцию. На этой лекции, я надеюсь, будут представлены доклады, чтобы поднять последний раз оценку, если кто-то подсоединится. Ну и можно будет решить вопросы, есть ли у кого-то недостаток баллов. Кроме того, те, у кого меньше 51 балла, пересдача будет, ну, предварительно, опять же, в среду на следующей неделе. На следующей неделе должна была начаться новая четверть, но выделили целую неделю на то, чтобы доздать все долги. Так что будем ждать до сдачи долгов на следующей неделе.
Добрый день. Я вижу, Ингетели появился. У вас какие-то вопросы есть? Ингетели, есть вопросы? Да, Ингетели, я слушаю вас. Что вы хотели? Я еще доклад не сделал. Могу сейчас сделать, да? Можно? Но вы уже оценку получили. Вы хотите попытаться как-то ее поднять? Не, просто я не знаю, сколько у меня там. У вас 55 баллов. 55? Да. А, ну хорошо тогда. Если уже баллов есть, тогда... Да, все уже я проставил. А у меня, мы вместе с Жозефиной в общаге, да, в общежитии. Она, у нее этот микрофон не работает, она тоже... Жозефина, она хочет знать... Сейчас я посмотрю. Жозефин, у ней 56 баллов. А, хорошо. Жозефин, нормально? Спасибо вам большое. Да, нормально. Спасибо вам большое. Да, спасибо, да. До свидания.
Да, Алексей, слушаю. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, по поводу пересдачи и вообще как мне просто быть. Потому что у меня семья... Да, ну, потому что вы, скорее всего, купили прохождение теста. Нет, и это, нет, вот это не правда, нет. Тест довольно легкий был. Там же тест легкий, да. Были, там же основа были просто коэффициенты там посчитать все. Да. Буквально соотношение. Тест очень легкий по лабораторным. Лабораторный я сделал. И я значит, давайте так, что мы делаем? У нас в следующую среду пересдача. Ну, предварительно, может быть, поменяют, может быть, время, но это я вывешу тогда. Предварительно в это же время, в следующую среду. С утра. Ну, как с утра, в 10:30? Ну, да. Просто у нас там английский почему-то стоит, обычный пара, днем. Ага. Значит, ну, показывайте. И из-за этого перенесли новую четверть на неделю. Она не с 20-го, а с 27-го. Да, это я сказал нам старост. Да, значит, все лабораторные показываете. Потом я задаю какие-то вопросы. Наверное, так сделаем. Вы показываете все лабораторные. Потом я вам дам несколько вопросов. Вы от руки напишите. От руки. И потом Сосканируйте или сфотографируйте и пошлете мне это по почте. А, хорошо. И вот так вот. А лабораторный там? Я могу просто сейчас отправить, если нужно. Нет, лабораторные покажете онлайн, как вы делали, что вы делали. Хорошо. Потому что мне просто так смотреть смысла нет, и я хочу увидеть. Да. Да, вот так вот будет. Ну, предварительно, опять же, это вот следующая среда. Хорошо, я понял. Все, спасибо. Да, но может быть измениться, если другой сделает план по пересдаче, то я вывешу на сайте. На Туисе. На Туисе, то есть вы следите там в конце недели, в начале недели, потому что план делаем не мы, план делает... Люди, ну, помимо нас. Да. Вот так. Да. Все. Хорошо. До свидания. До свидания.